Я думаю, что результат закономерен исходом. Первый тайм наше преимущество, и второй тайм тоже. Да, был гол нелогичный. Брест ответил. Но не таким голом, но ошибка была. Но ошибиться мы заставили все-таки. А там мы сами ошиблись. Но самое главное, что ребята немножко выпали сразу после гола, но второй тайм вышла команда, которая хотела бы. Молодцы. Идем дальше. Батюшко, пейсбол. А можете прояснить вот судьбу игроков, которые сейчас редко появляются на поле и больше времени проводят на скамейке запасных? То есть? Ну, на будущий сезон. Я никого не могу определить. Сейчас как? Вот я сейчас скажу, что вот эти не будут. И что дальше? Работать? Как? Как работать с командой? Вы вопросы задаете странно. Как можно начать говорить, кто не будет на следующий сезон? Нам надо играть, надо. Нам нужен коллектив. А вы говорите, кого мы будем отчислять? Это не логично. Совсем. Я не понимаю таких вопросов. Артем Подмаска, можете ли вы сказать, что второй тайм в исполнении «Динамо» был одним из лучших после того, как вы стали на пост главного тренера? Нет. Блин. К сожалению. Да, ну, если, конечно, это только второй. Ну да, второй тайм. Второй, может быть. А первый, блин, лучше. Дело Димович. Вы сегодня так рвались на поле, дважды даже судья вас оттуда вытягивал. Не хватало игрока на поле еще, но команды нет. Я хотел быть тоже в тех же эмоциях, что и игроки. Они были в хороших эмоциях. Слушайте, у нас сегодня очень жесткая игра получилась, много микротравм. Чем это обусловлено? Ну, я думаю, что всегда между Брестом и Минском всегда такие. Исторически сложившиеся. Даже когда я работал в Бресте, то же самое. Ну да, только вот это уносили. Скорую помощь вывозили, да. Это мы знали, что такой матч будет непростой. Поэтому все были готовы к этому. Никто не хотел уступать. Брест тоже. Уже есть какие-то новости по Артему? Только после снимка. Потому что такое ощущение, что где-то нерв. Ущемлен. Но с другой стороны было, как он говорит, хруст.